Предупрежден, значит, готов к любому повороту событий. В Красногорской теплосети состоялся мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. Ведь работа на предприятии часто сопряжена с высокими температурами и повышенной опасностью. А для того, чтобы в случае чего помочь ближнему, необходимо действовать быстро и безошибочно. Мы узнали, что наш земляк Василий пришел в краткосрочный отпуск. Он является боевым медиком, поэтому совместно с ним, совместно с скорой медицинской помощью, совместно с молодежным парламентом решили устроить именно урок, на котором Василий покажет, как в экстренных условиях помочь спасти жизнь. Встреча была организована при участии молодежного парламента, чьи представители отличаются активной гражданской позицией, которую они проявляют не только в части законотворчества, но и в повседневной жизни. Молодежный парламент сегодня принимает участие в данном мероприятии, чтобы приобрести навыки оказания первой медицинской помощи в связи с последними событиями. Я считаю, это очень важно, чтобы каждый умел, хотя бы знал основы оказания первой медицинской помощи людям. Для участников мастер-класса наглядно продемонстрировали технику правильного проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. А Василий Гусев, который находится на передовой уже более 10 месяцев, рассказал о первой помощи при кровотечениях и различного рода травмах, сделав упор на разные виды жгутов и правильное наложение давящей повязки для подготовки пациента к дальнейшей передаче медикам. По окончании урока коллектив теплосети, часть сотрудников которой по мобилизации участвует в СВО, также передал для наших выездов военнослужащих очередную партию помощи, которая регулярно направляется на передовую по запросам бойцов. Александр Викторович и коллектив Красногорских теплосетей сегодня очень сильно выручили меня и моих ребят на передовой, что собрали большую посылку для нас, для всех. В нее входят самые необходимые для оказания первой медицинской помощи. Это турникеты, это жгуты, это перевязочные пакеты, шины, средства для тампонады раны. То есть то самое необходимое, то, с чем мы работаем, то, что нам требуется на передовой. Благодаря встрече с Василием участники мастер-класса получили четкий алгоритм действий на случай ЧП. А благодаря отзывчивым сердцам коллектива теплосети Василий возвращается к своим боевым товарищам не с пустыми руками.